Здравствуйте, сегодня покажу вам объект, жилой комплекс «Паруса» от застройщика северной компании. Сегодня 20 июня 2018 года. Последний раз снимал где-то, наверное, в конце весны. Зелени еще не было, что-то только предполагалось. Вот на данное число покажу вам, что происходит на стройплощадке, какие изменения, что интересного, полезного. Возможно, вам пригодится эта информация. Так, сейчас сам нахожусь напротив вот этого дорога Солочинское шоссе. Тут у нас будочка северной компании, отдел продаж. Вот этот, можете сейчас видеть, в первую очередь жилого комплекса «Паруса». Вокруг тут жилые дома. Мало ли кто не знает. Кто знает, если, допустим, с Рязани наверняка проезжали, когда в Солочу или где-нибудь здесь рядышком, этот дом видели. Кто не знает, это, в принципе, сейчас это центр города, можно сказать. Вот с левой стороны улица Есенина, Грибоедова, все это как бы площадь Свободы, все это у нас в Рязани считается центром города. Напротив торговые центры, Макдональдс, кто любит, все тут рядышком. Сейчас зайдем на территорию, покажу, что интересного на самой территории жилого комплекса. Сильный ветер, буду говорить погромче. Вот как бы мы вошли на территорию. Территория, соответственно, закрытая. Но в данный момент просто первый дом, он пока он обживается. Кто-то живет, но в основном делают ремонт и заезжают. Поэтому вот пока в данный момент она, калитка, свободна, открыта. А так будет под своим ключом, по домофонам заходить. Также и со въездом стоит шлагбаум. Сейчас подойдем поближе. Вот посмотрите, что заезжает сюда, на эту территорию, только свои. Ну, насколько помню, в прошлый раз все было гораздо менее зелено. Сейчас все разрослось. Сейчас у нас уже ведь лето, и погода совсем другая. Вот распустились. Забыл я, как вот эти деревья называются. Вот такие интересные. Идем по тропинке. Здесь вы можете гулять вечером, посидеть на лавочке. Это как раз мы двигаемся именно в направлении вот этого шлагбаума. Когда вы будете тут жить, в первую или вторую очереди, у вас будет вот такая система пропуска для автомобилей. Со своим ключиком заехали, нажали на кнопочку и заехали к себе на территорию. Ветер сильный, сейчас прям успокоится, дальше вам покажу. Сейчас вот на территории самого подъезда. Я в прошлый раз показывал, но на всякий случай, кто прошлого видео не видел, посмотрите, как застройщик северной компании делает входные группы. То есть все так серьезно, классно, все в плитке. Вот такие вот почтовые ящики. Приблизительно все будет и во втором доме, который сейчас строится. Я вам сейчас показываю первый дом. С учетом того, что квартиры сейчас продаются во втором. Но так как застройщик один, жилой комплекс один, у вас, я думаю, сложится впечатление, какого качества будет и тот жилой комплекс, вторая очередь, где вы квартиру, возможно, себе купите. Сейчас я на первом этаже. То есть вот так вот все классно. Так, тут парапет для инвалидов. Обязательно должен быть. Если у людей проблемы со здоровьем, тоже есть возможность подняться, приехать. Так что вот так все качественно. Да, сейчас мы находимся в первую очередь жилого комплекса «Паруса». Разрешили показать вам квартиру уже в сданном доме. Ну, даст вам понятие, какие квартиры будут в жилом комплексе «Паруса» второй очереди, что они себя представляют, как качественно идет отделка помещений. Вот мы сейчас находимся в двушке. Приблизительно квартиры, они, что в первую очередь, что во вторую, они одинаковые. Поэтому вот такая же качественная стяжка на полу, также качественно оштукатурены стены. Вот тут, например, с такой, ну да, приблизительно такие квартиры есть и во второй очередь. Небольшой такой лоджий, полукруглый. Вот так классно. Смотрите, сейчас вам покажу вид
отсюда на город. Вот это как раз Солучинское шоссе, а там идет Северная окружная, Мурманское шоссе, Мурманское. Такая вот территория пока жилого комплекса «Паруса» в первой очереди. Потом, соответственно, очереди будут сдаваться, все это будет расширяться, и территория будет увеличиваться. Так, идем дальше по квартире. На квартире раздельный санузел. Приблизительно они там чем-то, малейшим каким деталям могут отличаться. Так, в принципе, вот так вот классно. Ну да, смотрите, вот еще одна комната получается с французским окном. Опять же вид из окна. Все так же качественно будет и во второй очереди жилого комплекса «Паруса». Вот еще одна большая комната. Интересно, вот отсюда сейчас вам покажу, что там брезгут. Во, а вот это вот как бы вид. Сейчас я на 20 этаже. С этого ракурса, мало ли, еще не видели Рязань. Будет интересно. У кого нет возможности сюда подняться, мне кажется, будет приятно поглядеть. Вот такой у нас шумный, современный, развитый город. Внизу опять же стояночка, территория. Красиво. Но самое главное, что вы видите, что все качественно. В ваших квартирах также будет все качественно сделано. В жилом комплексе «Паруса» вторая очередь. Так, двигаемся дальше. Покажу вам что-нибудь еще интересное. Так, сейчас мы на 24 этаже. «Паруса» первая очередь. Вот хочу с этого ракурса показать вам стадию строительства жилого комплекса «Паруса» второй очереди. Вот такой красавец у нас растет. Соответственно, он будет такой же красивый, как первая очередь, только на несколько этажей выше. То есть объявлено 30 этажей. То есть это будет как бы показатель, ну, как 30 этажей небоскреб. Можно сказать, что первый в Рязани небоскреб, это будет жилой комплекс «Паруса» вторая очередь. Стройматериалов, смотрите, много. Кто отслеживает предыдущие видеоролики, помните, что было всего 3 этажа. Сейчас уже 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Уже 6, и вот начинается заливка уже по 7 этажу. Так что строительство двигается. На всякий случай, мало ли кто что-то опасается, боится, купил здесь квартиру. То есть смысл в этом боязни никакой нет. Застройщик ваши денежки, которые вы вложили в долевую часть, отрабатывает на 100%. Строительство идет полным ходом. Сейчас с этого ракурса, как получается, покажу вам еще развязку. Соответственно, влево туда дорога будет на Солочинское шоссе в сторону Солоча. Вот так вот красиво и круто выглядит Рязань с 24 этажа на эту сторону города. Ну и туда дорога пошла в Дашку Песочни. То есть, видите, вот это там еще строится. Там у нас еще. Так, это у нас что? Это у нас жилой комплекс «Маргелов». Это «Триколор». Так. Это у нас дома на Солочинском шоссе от «Капитала». Район расстраивается, район прокачивается. Ну, только что мне пояснили, честно говоря, не знал эту информацию, то, что вот здесь идет расчистка под строительство детского сада. Если строительство начнется, расчистка уже идет, то, ну, в принципе, в ближайшее будущее. То есть так просто никто не будет деньги тратить на бесполезную работу. Так, мне сейчас звонят, сейчас я вам буду снимать дальше. Сейчас прервусь пока. Ну, смотрите, с самого жилого комплекса из дома мы спустились. Сейчас мы находим... Это как называется вообще вот... Стилобат, да, это называется стилобат. Внизу парковка крытая, она платная. Мало ли, у кого есть желание, можете после видео позвонить, узнать цены. Но для жителей предусмотрена и такая услуга. Будет у вас своя крытая личная парковка для вашей машины. Зачем сюда залезли, хочу вам поближе показать именно вторую очередь жилого комплекса «Паруса».
То есть то мы сверху смотрели сейчас, а сейчас подошли к ним поближе. То есть вот раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей построено. Вот такая территория. Сейчас в обеденное время, поэтому кран не шевелится, люди пошли покушать, а так строительство идет достаточно интенсивными темпами. Ну и потом все это, соответственно, объединится в одну территорию. Сейчас вам покажу, сейчас пройду вам, покажу мост. Тоже интересно кое-что я придумал, чтобы показать. Ну я вот решил вам кое-что интересное, на мой взгляд, показать, потому что сам не снимал. Туда вот сейчас мы были в квартирах, туда окна не выходят. Как раз дорога на Солочу. Так, вот он сам дом в первой очереди. С первой очереди, когда вот это все сдастся, будет отдельный вход на детскую площадку. Вот они. Ну, это вот внизу входные группы. Вот когда будете гулять во дворе. Или машину, которая у вас будет стоять здесь, под этим стилобатом. Будет заходить все домой. Ну, точно такая же будет вход и вот с соседнего дома. Так, вот в самом начальном виде ролика я вам стоял, показывал вот этот торговый центр «Круиз». Кран что-то тут делают ребята, наверное, что-то будут строить. А в этой стороне, сейчас наверху, когда был, показывал вам, что будет детский сад построен. Вот сейчас там машины, сейчас я приближу. Так, приближаем. Ну, где машины стоят, вот чуть подальше, там сейчас идет работа по бульдозеру. А вон экскаватор что-то зашевелился. То есть там будет, соответственно, детишки. Детишки ходить в детский сад. А вот это мост, дорога на Солочу. Блин, сейчас я приближу, чуть со зрением уже. Так. А, вот он. Туда будет ездить отдыхать, прямо из своего дома. Или вот на северную окружную выезд и поехали. Или в Дашки, или в другую сторону. Так, подытожим весь с вами сегодняшний разговор. Застройщик Северной компании строит жилой комплекс «Бруса», а первый дом сдан, частично заселен, кто-то туда заселяется, делает уже ремонт. Основные продажи сейчас идут по жилому комплексу «Бруса», вторая очередь, вот, которую я вам сейчас показываю. Квартиры здесь есть, и однушки, и двушки, и трешки, и небольшие даже однушки, 29, там 30 квадратных метров. Если такие вдруг вам нужны, купить можно от застройщика напрямую, в рассрочку, по ипотеке. Все как бы можно. Скажу свое мнение, что сейчас в связи с новым законом цены все-таки будут дорожать. Я так думаю. Опять же, мне так кажется. И просматривая тенденцию, то есть сейчас как бы рекламу, когда я размещаю, периодически просматриваю, актуальна она, не актуальна, то есть цены повышаются достаточно резко. Поэтому, если есть желание купить здесь квартиру, приехать, посмотреть, получить просто консультацию, звоните мне по телефону 8-900-73-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Это я вам все помогу. Так что обращайтесь. До свидания.